is not just a feeling. Love is also a very special commitment that people take upon themselves. And we came here today to hear those commitments that will be exchanged in a few moments. Because you, Kirill and Alesia, will be exchanging those commitments for life. They are those very special promises that we give to one another when we enter into this very, very special relationship of marriage that not everyone is lucky to experience. But you found one another, you found your other half, and you came here to express your commitments of love and of being committed to one another for life. Because those commitments do not have an expiration date. Those commitments we give once and we repeat them every day of your life. Кирилл, за все эти годы ты был невероятно ответственным другом. На тебя всегда можно было положиться. И я вот сейчас смотрю вокруг, сколько друзей ты смог собрать на свою свадьбу. Это потому, что у тебя невероятный магнетизм, который притягивает людей вокруг себя. И вот ты сейчас притянул к себе свою вторую половинку. И я хочу, чтобы вы долго, счастливо жили вместе. И мы, как друзья, всегда будем делить эту радость с тобой. Поэтому давайте поднимем бокал за Кирилла и Олесю. Пусть в вашей жизни будет место только радости, любви и гармонии. Пускай ваши чувства крепнут день ото дня. Всегда цените и уважайте друг друга. И не позволяйте никаким обстоятельствам нарушить лад в вашем доме. Хочу, чтобы ваша любовь друг к другу с каждым днем становилась сильнее и крепче. Любите, уважайте и поддерживайте друг друга, несмотря ни на что.